Здравствуйте, Цигун. Ну, прежде всего, нет таких упражнений, которые могли бы вас сразу быстро сделать бессмертными, непобедимыми, чтобы вы могли совершать какие-то чудеса. Все, что мы делаем, Цигун, это в первую очередь для нашего здоровья, для укрепления, так сказать, внутренней структуры, для укрепления нашей энергетики. То есть упражнение может делаться на самом простом варианте для, так сказать, для начинающего человека, а может делаться для продвинутого, знающего, тот, который знает некоторые уже внутренние нюансы и умеет их использовать. Положение: ноги на ширине плеч, параллельный стоп. Подвешенность макушки к небу. Осел. Руки накладываются на нижнее поле киновари, то есть на так называемый нижний центр. Левая рука у мужчин, правая рука сверху. У женщин будет наоборот. Левая, правая. Точки лаогун, если посмотреть, вот, они пронизываются одна сквозь другую, накладываются, проецируются. При этом надо руки держать не на самом внешнем дантяне, не на точке цихай, а расслабив плечи, дать им опуститься вниз. Вот так. То есть уже структура построена, вертикальная. От неба в землю. Здесь мы находимся. Дышать надо носом и поднять кончик языка к небу, чтобы было замыкание. Таким образом. Что происходит? На вдохе втягивается дантянь, живот, подтягивается ягодица, происходит движение. Вдох, приподнялся. Выдох, опустил обратно. То есть у меня энергия нижнего центра, которую я раскачиваю, прокачиваю, душу за счет вдавливания живота и немного помощи рук поднимается до среднего центра эмоционального. Здесь энергия перемешивается и опускается обратно. То есть идет взаимообогащение. Нижний центр подпитывает, поддерживает средний, а средний обогащает и улучшает нижний. Сколько раз делать? Ну, желательно делать 81 раз, то есть 9 девяток. Поначалу это может быть тяжело, поэтому хотя бы 9 раз для начала. 9 раз, потом 18, потом 36, потом надо сразу переходить дальше с 36 на 81. Вот это было бы хорошо, неплохо. Не ждите чуда. Чудо произойдет только тогда, когда вы будете ежедневно, качественно трудиться над самим собой. Вот и все. И еще хочу сказать, что я лично считаю, что обучать цигун, наигун через видео – это мартышкин труд. Конечно, можно что-то показать, и, возможно, знающие люди друг с другом могут как-то видео обменяться и что-то для себя уяснить, но вот брать человека, скажем так, с нуля, брать человека малознающего, пытаться через видео его научить, это мартышкин труд, конечно, бесполезно. Учиться надо серьезно, надо идти нормальному учителю, получать нормальную информацию и трудиться ежедневно самому. Потом, получив результат, приходить, получать новую информацию, ну то есть расти над собой. А таких чудес, что вот я показал упражнение, человек поделал, подцигунил или столбом постоял, или еще что-то поделал, и вдруг у него там сразу какие-то энергии, чудеса. Это самообман. 99% занимается самообманом. И только 1%, даже 0,1% возможно
занимается чем-то полезным и правильным. Ну, не отчаивайтесь. Каждый может достичь всего, чего пожелает. Было бы желание, стремление, терпение и все остальные необходимые для этого качества. Спасибо за внимание. До свидания.